Пацаны, всем здорово, попали на канал Дяди Некит, и сегодня у нас с вами будет очень интересный видос. Я, как вы поняли по названию этого ролика, сегодня у нас с вами будет гайд, и сегодня я вам расскажу и поделюсь своим секретом, который я уже давно всем уже растрепал на стриме, но я хочу еще раз всем растрепать, но уже на видеоролик, потому что стримы не все смотрят, это плохо. В общем, пацаны, если вы хотите узнать от меня побольше гайдов и всяких фишечек, то давайте лайкать такие видосы. Я буду смотреть на вашу активность и буду просто радоваться и кайфовать. Сегодня у нас с вами будет, пацаны, гайд, как забивать всегда пенальти. Вот реально прям всегда. То есть 10 из 10, 20 из 20, 30 из 30. И сегодня даже ради этого момента я сливаю один матч. Вот он у меня сейчас идет, я его сливаю, делаю ничью. И вам показываю серию пенальти и показываю, как, во-первых, сейвить, так еще и забивать всегда пенальти и всегда быть победителем, пацаны. Если вам такой видеоролик понравится, вы хотите продолжение, еще раз повторюсь, лайк. Я не буду просить какую-то определенную сумму лайков, просто поддержите меня, проявите активность, и будет все просто тип-топ, шикарно. Ну и, в принципе, пацаны, давайте я вам сейчас покажу, как играть. Я даже сейчас с очками буду играть и показывать, как правильно забивать пенальти. Смотрите, если вы бьете за правоногого футболиста, вам лучше бить правый низ. Вот так вот, прям ведете слабенько низом, и он бьет, блять. Он пробил автоматом. Подождите, этот пенальти не в счет. Этот пенальти сейчас не обращайте на меня внимания, он пробил автоматом, потому что я долго думал. Когда прыгаете за вратаря, смотрите тоже на ногу. И вот видите, Мане, я обычно определяю вот так. Он смотрит налево, значит будет прыгать так. О, и все, я взял пенальти, пацаны. Отлично, видите, просто. Как вот просто всегда выигрывать и всегда забивать. Смотрите, дальше. Роналдо. Проводим право слабенько. В угол именно точно. И даже если он, видите, даже если он угадывает угол, он его не возьмет, потому что мяч идеально в угол притирочку заходит. Даже если он пытается прыгнуть, у него это не получится, пацаны. Видите, Салах бьет. Это левоногий футболист. Значит, скорее всего, он будет бить в правый от вратаря угол. И нет, я, сука, не угадал. Ну ладно. Гайд называется не как отбивать. Гайд называется как забивать. Месси. Тоже, вот если лево ноги, то надо вообще в другую сторону бить. Также низом, видите, вот, зашло, видите? То есть, есть ребята, которые бьют сильно верхом, да, тоже можно, но это очень рисково. Чтобы наверняка, лучше бить низом, легонечко, мягенько. И мы берем, кстати, второй пенальти. Это уже от Фермина, и мы, походу, сейчас выиграем, да, этот матч? Вот, и смотрите, вот финальный пенальти. Если, вот, видите, лево ноги опять, Айртон. Я опять бью так. Вот, видите, опять я идеально провожу под штангу, и даже если он угадает, видите, он ничего не сделает. Все. Вот, это простой гайд, как всегда забивать пенальти. Просто проводите слабо низом, четко, главное, четко провести, и все. И все заходит, все идеально, и вы выигрываете матч и забиваете пенальти. Изи. Я вам показал на примере одной серии пенальти, но таких примеров довольно-таки много. И если вы будете натачивать этот навык, в принципе, мне этот навык просто наточен еще, откуда у меня это все пошло, с FIFA 15, когда я не видел, как вот летит мяч, с какой силой, я всегда просто бил низом. И у меня, видимо, это отработалось, наточилось, и вот, видите, довел это до идеала, и в итоге у меня пенальти каждый. То есть я последний раз, чтобы вы понимали, не забивал пенальти, это, наверное, было... Бля, ну я не знаю, когда это было, честно сказать. Но вот, довольно-таки, всегда я забиваю пенальти, потому что это очень просто. Либо бьете сильно верхом в девятку, но очень рисковый момент, и я бы вам не рекомендовал. Либо низом в уголок катите, прям в шестерочку, идеально мяч заходит. Вот так вот. Ну, либо так, то есть вам решать, как лучше это все сделать. Ну а с вами был Дядя Некит, если вам этот видос понравился, ставьте лайки, пацаны, комментируйте, подписывайтесь, надеюсь на вашу активность. Ну и, в принципе, все, надеюсь, что вы меня поддержите. Ну и надеюсь, я вам помог, потому что пенальти очень легко всегда забивать, особенно FIFA Mobile. Надеюсь, это не пофиксит и будет также все просто, пацаны. Все. Всем спасибо еще раз, пацаны. Всем пока. Всех обнял.